Я бы хоть тут. Рокстар, наверное, не сделает плохо. Привет, кто? Рокстар, наверное, не сделает плохо. Привет, кто? Гострикон из проект. Гострикон из проект. Даже не знаю, что это такое. Я вот как-то показывал эту игруху. Я тут зашкал по звуку, просто капец. Приставки просто компрессированный звук уходит очень громко. Пиздец, компрессия сплошная. Перегруз просто жесть. Флагманская игра Ubisoft. А тут тише стало. А, я уже походу подрезал как-то звуки, но в этом она не работает. Типа даже есть какие-то эти характеристики. Звук перегруз жесткий. Ну да, но часто нормально стал. Это перегруз, потому что с приставки подавался сильный перегруз по звуку. То есть он сразу уже, то есть по входу был очень большой перегруз. Посмотрим. Ну, конечно, Total Time, то, что есть на SNES, но она здесь именно взята тема аркадной темы. Блин, крестовин полный кусок говна, конечно. На этом джойстике. Отвали, чё за фигня? Так, а как это? Стример без пива. Как то? Ты не приезжаешь ни хера. Вот и нету пива. Блин. Ну и графин, конечно. Не очень что-то. Ну, она такая, да, не очень выглядит, конечно. Ее по графин-то всей больше и хаяли. Я это наконец-то выкинул как-то в экран, только я не понял, как это я сделал. То есть там-то хоть было понятно, как это делается. Ну, в оригинале я хоть это знал, как делать. А тут что-то у меня пока не очень-то получается.
Тейм узло какая-то херня непонятная. То есть там такой был, ну там, все, кто играл в SNES-версию, так вот, ну, музло нормально. Или в аркадную версию. То есть я играл в аркадную версию. То есть там хоть, ну, музло нормальное. А тут какая-то залупа. Что это за музло? Сразу прям. Ну это в этом, да, есть и тоже в аркадке то же самое. Как они могли просрать музло из оригинала? Ну это же капец же просто. Чё, Konami им не продала права на это... на своё музло? Музла драйвового нет, это да. Алло! Ну хоть лайфбар сделали нормально. Так ты охуел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ты чё? Да блять, он прямо мне вставляет по полной. Козёл! Да он сейчас меня так отвдохает, да я лю. Взял, отмудохал, нет, еще не отмудохал. А вот теперь отмудохал. Козел. Кто это видал, что у меня черепаха, кто-то первый босс меня мудохал. Ё-моё, это ж позор. Фильм Бакстер был толстый чернокожий. Но это в комиксах. И в фильме, да, то есть это взято типа по комиксу. Это уже если в мультфильмах типа брать, то есть там, да, он белый был сделан, уже, ну именно 87-го года, а до этого, то есть по комиксам он был черный. Неудобная, конечно, механика, тут как-то неудобно бить ее вообще, по сравнению с оригиналом, просто, и это, как его, блин... Знаю, неудобно, тут не супер удары на последнем издыхании до бесконечности, то? Тут отдельная кнопка типа сделана. Назад вернуться не могу, да? Вечером. Наверное, тут, ну это не третья часть, тут пока не знаю. Я, кстати, да, забыл про спецуху, надо было и хоть поюзаться. Вертикальной синхронизации, кстати, нету. Ну или она не включена, может. Вибрация включена, субтитры. Ну ладно, давай субтитры включим. Походу хер. Ладно. Вертикалки нету. Дай. Это что за херня? Пошли все в попку. Пицца тайм. Ну, выглядит, конечно, говно. Я уж лучше на SNES погоняю. Ну, крайняк этот... В целом, игра рабочая, живая. Ну, отстой. Ну, блин, ну, все равно смотришь, ну, херня же полная. Ну, погляди, ну, что это за пиздец, а? И без слов. Какой псинк на плойке? Или есть? Да, хрен его знает. Может, где-то в каких-то играх и есть. Ну, вроде бы не особо. Я тогда помню, Мафию вторую играл тоже на PS3. То же самое, тоже нету.
вертикальной синхронизации. Тоже вот эти полосы бегают, все это тоже видать. Я бесил, прям раздражал меня вот именно мать. По крайней мере, черепахи нарисованы нормально, а не как сейчас все рисуют. Ну это уж да, если они еще нарисовали бы как в этом, то вообще было бы кренты, блин. Нихера ты прилетела, радость моя. Хотя на Сеге они симпатичны. Враги пока только из клана Фуд. Это уже деградационная часть черепах, честно говоря. Ну да. В общем, этот босс тупо в перемес убился, предыдущий хрен убьешь, а это прям в перемес ушел вообще по изям. Я даже не парился, честно. Ну, посмотрим, как эти херовины сейчас будут выглядеть, детство. Воу-воу-воу. My toes. Да чё? Да блин, ну там не с одного удара умирает и что ли? Просто на фанатах деньги рубили. А ну чё-то типа того. Блин, ну... Ну это за... Не помню такого железного по сериалу. Это что за херовины? Ну пацаны, блин! Это капец просто! Блин. Ау! Кто там черепах, кто хотел? Где хвалебные комментарии? Черепах хотели все. Пицца тайм. Черепах хотели все. Так, а что дальше-то? Нихера у меня тут бускайте. Но явно не так.
просто уклоняться или их убить надо? Я что тут пока не понял. Меня дальше куда-нибудь пустят, нет? Ну, здесь уже нет короля крыс, уже мы сразу же и технодрома здесь не будет, сразу же отправляемся вот уже эти всякие времена. То есть это как по аркадке, отсюда же так же отправляешься. А мне хоть что-нибудь за качки дадут здесь? Хоть же зубы, например, или чё? Или нихера мне здесь не дадут? Чё-то я не понял, а захрена здесь очки? Это типа то же самое, что в аркадке, просто набрать число тупо очков? Ну игра, честно, редкостный кусок говна. По мне, так то вот реально, я лучше с нет поиграю. Нет хвалебной там 3D графики, ну и пофигу. Это лучники-то вроде на следующем уровне должны появиться были на корабле, какого хера? О, каменные, ёпты, это что за каменные качки такие? Каменные арни, блин. Блин, они сейчас смешлейки не могли нарисовать. Че ходят такие, вообще капец. Ну, я понимаю, но, кстати, они тоже были что-то мудацкие, ну... Как бы это, ну, все равно... Тут они, мне кажется, еще хуже. Динозавры зато появились. Тихо-тихо. И эти пацаны здесь не бегают, как вот в той же SNES-версии. Пицца тайм, пошел сюда. Он так несет, смотри, так несет, такой, ууу, такой вообще капец, такой взял, такой, ууу, я несу бомбу, блин, выглядит такая же пиздец. Ну не знаю, мне что-то кажется как-то глупо выглядит. Оставь животное в покое. Да ты чё, иди отсюда. Ау. Они прямо из Golden Axe, что ли, украли всю эту тему? Прям очень похоже. Так, пиццу пока оставляем. Супер удар впервые использовал.
Вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, пацан, дай-дай-дай-дай, это было опасно. Да, блин, хорош, а, отвали. Отставить, отставить. А! Да отвали. Кусок говна. Ай, блин. Да еще бьет так больно. Ау. Отставить. Да, блин, все равно не уйти. Ай. Блин, боссы хер пойми. Один жесткий, другой легкий. Опять жесткий, отстань. Да, ёб твою мать. Ау. Да, блин, он не уйти. Козёл. Почти две жизни слил у меня, тварь, можно сказать. Да, блин. Отстой, босс. Полный отстой. Skull and crossbones. За очки вернешь жизни, наверное. А как? Ты думаешь, там вот типа профиль типа надо открыть было? Ну ладно, откроем все еще. Не знаю, я уже до хера очков и ни одной жизни не дали. Ай, блин. Если не менее заметные такие какие-то. Ни хрена мне по яйкам, ну ладно, под дыхом мне дал, но можно сказать и по яйкам. Да я не хотел брать пиццу. Да, бля. Еле собрал я их. Воу, я даже там не увидел. Да, блин, я не вижу их хера. Блин, как-то в оригинале было видно нормально. Тут как-то отстой.
Ладно, пошли. Да, блин, я не вижу их. Да как я там должен был ее увидеть? Эти реально хреновины меня бесят. Да ты чё тут ходишь стороной, этот чел? Да блин, а. My toes. Там качается игруха. Сейчас, секунду. У меня торрент накрылся. Много сейчас врагов на корабле. Ну, немало. Сейчас, секунду. У меня тут постоянно какой-то звук. Так, секунду. Что-то не очень качается. А он тот же самый, кстати. Угу, это тот же самый, он багованный, значит, получается. Ладно, с этим я потом разберусь, посмотрю, что придумаю. Может, Женек что подскажет тоже, они уже играли тоже. Может, у них есть какой-то нормальный, там, я не знаю, образ, не говённый. Блять, зачем я взял эту пиццу, а? Да я понял, что плохо. Потому что я сам же в обсторе, сейчас бы играли бы там, миксили бы все. Торрент, это зло. Ну я скачаю, может этот все-таки тот же. Да хотя даже название то же самое и это. Блин, я не знаю даже. Купить, если сколько стоит. А где ты ее купишь? Не, английскую я, может, найду без проблем, а вот русскую, чтобы найти, а там, блин, без английского знаю. Ну, то есть, если играть английскую, не знать английскую, будет очень плохо. Так, что тут есть-то? Ошибка. А, ну понятно. И что, все, что ли? Больше ничего реально нельзя сделать? То есть я прошел уровень, набрал какое-то определенное число очков, сдох два раза. И идите нахуй, то есть я... То есть очки здесь ничего не дают. То есть типа полностью аркадная версия. То есть даже нельзя типа забросить монетку, получается. То есть если я сейчас солью все свои жизни оставшись, то все. До свидания. Типа гейм овер, игра ни хрена не пройдена, идите в попку называется. Я так понимаю будет. Потому что тут даже ни сейвов, ничего нет по этой игре, пока я играю. Короче, полный отстой. Пока песочный босс самый сложный. Ну да, даже эти двое в перемес убились, в принципе, по изям. Ну, сейчас тут крокодил будет этот. Кожеголовый, но сейчас посмотрим, что он нам даст. В магазине PlayStation она полностью английская, что ли? Да, ее получается не было русской локализации толковой. Ну не знаю, давай почитаем. Так вот ради интереса. Такое ощущение, что она в России-то и не выходила толком. Типа понятно.
Сейчас посмотрю по-шустрому. Титры прикрутили. А? Да, получается пиратская эта тема. Ну, то, что там реально слова на слова налазали. То есть в этом прям, ну, фигня полная. Так, ну погодите секундочку. Так, версия чё, фул там, понятно. Не знаю, ну давай скачаем, всё-таки похеру. Давай качай. Да, он мне то же самое определяет даже. То есть, ну, капец. Ай, отстой, в общем. Походу, тот же самый образ. Я качал, конечно, с другого сайта. Но, походу, этот и сам торрент тот же. Надо Женька, короче, спросить. Хоть Женек и не заходит в последнее время к нам на стриме. Дал, ну вот нахер. Не хочу я больше ваш стрим смотреть. Забудем тогда про нее, как про страшный сон. Нельзя. Меня Саня проклянет. Искал, больше этого стрима смотреть не буду. А у меня, кажется, зритель на счету. И так смотрит полтора землекопа. Поэтому, блин, каждого зрителя надо беречь. У меня было бы дохера зрителей. Может быть, скажи похеру. А так нельзя. Через телефон переводить, значит. Но ага. Спрос большой. Ну вот мы сейчас типа не, ну вот и сегодня не в ретро играли, так вообще мало как бы что-то, ну меньше вроде. Но как раз 7 походу зашел баки Ахар, то есть на харде. Ну на этом и все. Ой, там по крайней мере кто-то смотрел. На Ютубе мало кто такой контент делает. Какой именно? Имеется в виду ретровский-то? Да ретровского до хрена кто делает. Только его никто не смотрит. Настолько избранных смотрит. Ай, блин. Пошли вон, все козлы. Блин. Это что за ползучики пошли? Нихера базучик, действительно. Что вон сюда? Так, тоже головы. Нихера ты бегаешь. Ты такой маленький? 8 бит на карте. Если б у тебя было много зрителей, то на меня попик. Борзометру вас зашкалил сейчас.
Че-че-че. Это я шучу. Да, блядь. Блядь. То есть надо пережидать эти бегалки. Ау. Блин. Здесь двойной прыжок. А я уж зелье начал готовить для проклятия. Даша, без тебя. Минус еще одна жизнь. Нихрена. Я его раскусил. Надо. Да ты чё? Алло. А как тебя убить-то теперь мне? Фига, эти пулемётчики жесткие, пацаны. Как насчет пиццы? Да ты чё? Уровень эпилепсии. Блядь! Есть, хоть пиццу взял. Да ладно-ка тебе. Да ты чё? Да ты охуел? Взял. Супер брат. Well,
Да, ёпты. Воу-воу-воу. Да ёп. Да... Ты сын какой-то, заебал. Расскажи, что ли, что ты там за приставку покупать собрался? Ну вот она приедет и расскажу. Крем прикольно сделан. Саня, она уже едет. Заказал уже. Да, да, чё, пока есть возможность. Мне тоже едет. Да мне даже жалко было тебе продавать-то ее, блин, она тут достаточно редкая, то есть их мало. Sega Saturn, что ли? Да не. Вот она в понедельник уже, скорее всего, приедет, вот в понедельник устроим стрим. Вау, у вас тут что-то дохера. Эй, возьми тут скребовую пиццу. О, да то что-то их тут прям овер дохера было. А тут больше не дали. Воу. Сатурн уже у меня есть, если что. Отвалите! Эй, алло, алло, алло! Хера вы тут утыкали мне. А я знаю, что Лёхе едет ли. Ну и, как говорится, помалкивай. Ну ёпты! Ну это вообще, вот это был отстой. И главное, вот пицца, блин, не дошел 2 миллиметра. Блять, ну я не хотел так вовремя пиццу брать. Короче, это полный провал. Мне нравились черные джойстики на Сатурне. Черные? Это большой этот имеет что-то такое, что ли? Или просто, типа, ну, европейские версии, они были европейские черные были. А что мне будет за молчание? Mm.
Как ты там сказал, типа, бардометр зашкаливает? Хера раздавил, эй, алло. Да, да ты издеваешься, что ли? Пес, мне этих трех жизней хватит, чтобы пройти игру. А, типа, мне можно, тебе нельзя, да? Ну-ну. Смотри, а сколько боссов осталось до конца. Два босса. Блять. Так, придется еще брать. Блять, на тут сука, а. Воу. Нихера себе ты даешь тут. Ой, блядь. Это было больно. Блядь. Ты прям вообще капец. Ай, блядь, дерьмо. Да что? Будет плохо, в общем, походу мне. Вау. Да блин, не лезь ты под его удар-то. Да ёб твою! Вау! Да ну тебя нахуй! Ну, капец. Да ёптаный в рот. Да что? Габриэл с двумя жизнями. Да я не понимаю, куда как тебе попадать, ты видишь? Да ну на. Да
Видишь, я не понимаю, тут в этой заметре теряешься, как мудак. Да ты чё? Да ты какого хуя? А я его вообще ушатаю, интересно. Это нет, походу. Тут пиццы нету сейчас. О, пицца. Ну да. Да ёб, куда ты пошёл-то? Короче, нельзя наносить побольше 3 ударов. Любому боссу здесь нельзя наносить больше 3 ударов. А то сразу летит ответка. Блять. Да ты охуел, а? Ну ё-моё. Вау. Да, блять, опять там залез куда-то какую-то залупу. Крен был посложнее, шли мне. Да хер, как сказать-то. Никогда. Блять. Он еще типа восстанавливается, что ли? Блять. Да ёбаный. Да ты сука. Да ёб твою мать. Блин, там на последней тычке вообще. На последней тычке еле-еле выжил. Жесть. Ау.
turtles, our four reptilian heroes, have overcome the arch-villain Shredder. Опять перебой со звуком. Прям вообще зашкалы дикие. И это не я не могу никак исправить. И сразу все стало тихо. То есть видео вставки прямо, но вот они не регулируются по звуку. Это капец. Как так можно это сделать? Ну короче, игра говно, но хоть что-то мы сегодня прошли. Ну вот и спасли Нью-Йорк. Угу. Ну игра полная параша, честно. Добротная игра по черепахам. ГГ. Не очень. Все-таки оригинал здесь в данном случае гораздо лучше. Музло вообще не запоминающееся. Вот просто вот сидишь, играешь, а музло вообще не запоминается. В оригинале-то хоть оно реально, ну, запоминающееся музло. Тут просто какой-то, ну не знаю, ничего, ничем не цепляет. Ну так, она, короче, на один раз пробежаться и на этом как бы и все. То есть я вот прошел и пофигу. То есть лично, так скажем, второй раз им тут какие-то карда. Ubisoft наклепали как смогли. Ну уж лучше бы, мне кажется, не клепали бы. Очки просто для статистики. Да, очки, то есть получается, да, чисто для статистики, больше ни для чего. То есть жизни не дают, то есть вот тебе вот есть вот этот набор жизни, и как бы идите в попу, как говорится. То есть больше не дадим. Вот, то есть я на нормале еле-еле затащил тут вообще. Честно, на всяких хардах или прочих режимах, вот... которые тут есть, эти хардкоры, даже играть не будут, просто даже неинтересно, вот.